Итак, мы в фартугах. У нас вилки и фрукты. Что мы с этим совсем можем сделать? Очень странный набор. Друзья, мы нашли видео в интернете, которое предлагает... Я говорил, хватит им смотреть уже это видео в интернетах. Приносят всякую... Ерунду в студию к нам. Вот смотрите, чудо-девочка подбрасывает яблоко. Девочка, подбрасывай яблоко. Она подбрасывает яблоко и пытается поймать его на вилку. Мы тапком друг друга бить не будем. Я даже видела, когда домохозяйки, я не знаю, годами, наверное, это репетируют, но в любом случае они подбрасывают яблоко и даже вот таким жестом умудряются его поймать. Мы так вряд ли. Это не, наверное, ножом. Нет, вилкой. Но я думаю, мне кажется, просто проткнуть, я вот сейчас так пробую вилочкой тыкать. Мне кажется, этим ничего не поймать. Заточить ее как-то. Давай пробовать. Не такая уж острая вилка. Мы попытаемся с киви сначала. Вот смотрите, он помягче. Итак, Александра Елёчина сейчас сделает 4 дырки в киви. Друзья, прямо на ваших глазах. Не переключайтесь. Смотрите до самого конца. В конце не знаю, что будет. Давай. Месиво. И... Тогда боком пробуем, тогда пробуем боком. Сейчас. Ты вообще профи, а? Нет, это просто киви мягкий. Разлетается, брызги. Давай, и раз, два, три. Камон! Так, это не то, подожди. А ты могла, по идее, мне кажется, еще несколько раз такая. Нет, вот так у меня уже не получается. Размозжило. Так, теперь давай с яблоком. Да, я попробую яблочко протянуть. Давай. У меня есть яблоко. У меня есть вилочка. Смотрим! Руслан Токмаков готов! Ну ладно, давай. Давай. Но ты оторвал от него небольшой кусок, иди лови. Что будет со сливой? Вкусно. Мы привыкли к тому, что слива, попадая в наш организм, очень лихо летает теперь. Чем эта информация? Как это связано? Давай. Но она маленькая, я ее не поймаю. Может вместе? Давай, раз, два, три. Я даже не попала. Я его разломал. Я, смотрите, подожди. Отбил кусок. Я его, значит, так проткну. Да. Надо будет потом вырезать из эфира и сделать слоу-мо. Подожди. Я обожаю выигрывать. Простите. Ты выиграла уже, все. Давай еще раз. Что такое? Нифига. Дерьеш. Оно же по полу каталось. Всего поэтому это смерть. Ну ладно. Это опасный трюк, не будем повторять. Я еще раз хочу с яблоком. Оказывается, я понял. С третьего там раза где-то. Я понял. Что надо, а на самом деле не сильно. Скорость здесь не важна. Важно просто вот так вот подставить, оно. Ну вот согласись, в бок, как в некоторых, так вообще невозможно, на мой взгляд. А давай попробуем еще. Попробуй. Ты боком? Ты боком это сделал? Я это сделал по диагонали. Я профи уже просто. В смысле? Подожди. Вот так. Вот отвернешься, а ты тут какой-то... А ты все, ты поднаторел. Ты поднаторел. Слушай, ну это круто. Я тебе так сейчас смогу. Я хочу попробовать еще раз. Ты чуть в камеру не запульнул. Подожди, я представляю. Без камеры, а у нас их много. Чего, Эмма? Можем позволить. Давай еще. Я очень хочу попробовать в бок. Я думаю, что надо вверх ее держать. А я попала! Ты видел? Просто оно слетело почему-то. Ну, это не эффектно смотрится. Эффектно, когда у тебя остается на вилке. Нет, надо прям... А так улетело что-то. Вот так вот, да, значит? Ну, конечно. Поддерживаешь ты напарника. Надо эффектно. Давай. Да он слетает, он слишком мягкий. Специально для зрителей. Покажи. Новое утро. Я предлагаю, чтобы сейчас мы сделали флешмоб. Ребята, возьмите, у вас дома наверняка есть фрукт, берите вилку, у каждого есть это. Дома повторяем, делаем все вместе, приготовились, да. Взяли? Взяли? Ну, давайте честно, ну вы что? Я вижу, что вы не взяли. Берите вилку, берите фрукт, банан у кого-то, возможно. Кстати, может быть, с ним легче. Персик. В общем, что не важно. Нашли? Берем... Хоть кабачок. Да, вообще. Приготовились все вместе. Это флешмоб. 3, 2, 1. Я верю, у вас тоже получилось. Я боком смогла! Да! Видал? Да. Ребят. Сочная киви. На этом мы закончим. Я думаю, что уже лучше некуда просто. Ну, это the best вообще. И вы the best. Отлично, что вы просыпались именно с нами. Новое утро — это всегда какое-то безумие. Да. Но
просыпайтесь. Фруктовое безумие. Скоро вернемся, мы поедим. Вернемся.